Всем салют, дорогие друзья! С вами Владимир, канал «Китай стал ближе». И сегодня у нас будет распаковка вот этой посылочки. Точнее, она уже распакована, позже объясню почему. И здесь будет объективчик. Первый раз я встретился с такой ситуацией, что пришла посылка, а квитанция на наложенном платеже находилась внутри. Даже вот написано, наложенный платеж внутри. То есть я почтальонша спросила, можно ли открывать, будете ли забирать. Первый раз с таким столкнулся, но пришлось открыть на почте, чтобы достать эту бумажку. Но сам объектив я не скрывал. Объясню, что за объектив. Давайте достанем. Вот такой вот упакованный кулечек. Продавец все хорошо запаковал. А решил я себе взять фикс-объектив, фиксированный объективчик. Решил взять Гелиос. Гелиос-объектив. Это наш отечественный СССРовский объектив на свою Соньку. Переставить этот объектив на Соньку можно будет с помощью переходника. Но это все позже. Давайте вообще откроем и посмотрим. Хорошим армированным качественным скотчем все перемотано. Не буду я искать, где начало, где конец. Открою аккуратно. Может быть, это куда-нибудь еще пригодится. Тубочка. И давайте достанем с вами объективчик. Хорошо запаковали. Вот. Вот он. Вот он, этот объективчик. Это объективчик Гелиос 44М4, 58 мм. Этот объективчик 58-мм. Светосильный объектив. Что еще можно о нем сказать? Резьба для крепления 42 мм. И крепить его на свою Соньку я буду с помощью переходничка, который я также заказал. Заказал переходник на AliExpress. И буду ждать теперь переходник, прежде чем попробовать. Поскольку я еще начинающий фотограф, во многих функциях не разбираюсь, а тем более не видел старые объективы, и что, где, как, буду разбираться уже в дальнейшем сам. Но это, я так понимаю, переключатель в автоматический вручной режим. Здесь управление диафрагмой. Диафрагма от F2 до F16. И зумирование. В общем, вот такой вот объективчик. Давайте откроем сверху бленду и посмотрим. О, а здесь еще есть шнурочек, продавец положил. Положил шнурочек. Хотел я взять объектив Гелиос М42, но их не было. И мне вместо него выслали Гелиос 44М4. Не знаю я, насколько это хорошо или плохо. Я еще пока что плохо разбираюсь в этих объективах. Пока что я только обучаюсь всему этому. Но, как говорится, когда научусь, тогда расскажу. Вот такой вот объективчик. Если приладить его к камере, то ничего не видно. Может быть, из-за фокусного расстояния, может быть, еще из-за чего-то, но приделывать к камере, я думаю, его не стоит. Хотя вот что-то видать. Вот такой объективчик. Еще он там идет с просветлением, со всем остальным. Но говорю, я не силен пока в этом. Мы его сейчас уберем с вами до лучших времен, когда придет к нему переходник. И уже когда придет переходник, я попробую поставить его
на свою Соньку, заодно пока почитаю про него и уже позже расскажу вам, покажу фотографии, которые я сделаю этим объективом, и расскажу, насколько все хорошо или плохо. Но хвалят все советскую технику. Именно поэтому я решил и заказать этот объективчик. Во-первых, качество. Он полностью металлический корпус, стеклянные линзы, не то что сейчас делают китайские пластмассовые. Но есть и стеклянные линзы, да, но они очень-очень дорогие. Если, допустим, вот этот объективчик стоит 2500, то хороший там соневский объектив стоит уже порядка от 10 и выше. А поскольку я начинающий фотограф, не вижу смысла тратиться сейчас на дорогие объективы, поскольку еще не знаю, приживется это у меня или нет, буду ли я фотографировать, или поиграюсь месяцок и заброшу. Так что вот пока такой объектив для начала мне хватит. Кто что знает про эти объективы, пишите в описании. Поскольку я первый раз рассматриваю, так сказать, распаковываю объектив, я не особо знаю, про что про него рассказать. Знаю, что 58 мм фиксированный зум. Вот. Знаю, что очень хорошо на этот объектив делать портреты. Благодаря тому, что у него высокая светосила, хорошо делает размытие заднего плана. Ну, все это будет позже. Буду делать фотографии, буду выкладывать фотографии. А пока все. Всем пока. С вами был Владимир. Канал «Китай стал ближе». Кому будет интересно, где я купил этот объективчик, пишите в описании. Я обязательно скину ссылочку. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Нажимайте колокольчик оповещения, чтобы знать, когда выйдет новое видео. Ну и все. Всем пока. До новых встреч, друзья. Пишите комментарии, пишите обсуждения. Все. Жду вас на своем канале. До новых встреч.